Ребят, всем здорово. Вот такая вот красивая у нас природа. Пока. Потому что буквально через несколько месяцев у нас здесь будет проблема. Все будет желтым. Но, как вы видите, уже в Крыму вот примерно такая трава. Это именно говорит о том, что желтенькая практически уже будет скоро. Жара невыносимая. Но я не про это сегодня. Я вам хотел показать свой кемпинг. Итак, друзья мои, вот мой автомобиль. Выглядит он вот таким образом. Ну и, как вы понимаете, сегодня мы будем говорить о том, что есть после автомобиля. И вот у меня палаточка. Вот с таким тамбуром. Достаточно большим. Вот. Ну и, как вы видите, там кровать. Через дверку еще одну москитную сетку. Вот, вот она сетка. Хорошо. Причем есть везде, естественно, как вы понимаете, вот такие штуки. Сделано добротно. Все есть у меня. Вот оттяжки есть. Но я ими пока не пользуюсь. Но, во всяком случае, не использовал сейчас. Сейчас у меня пробная, так сказать, сессия для того, чтобы понять, как быстро я смогу эту палатку обратно сложить, ну и вообще вот раскрыть весь этот мой кемпинг. Почему? Потому что в прошлый раз, когда я покупал, ну только купил, решил ее разобрать, решил собрать, и, как вы поняли, собирал ее полчаса. Просто потому что эта палатка, она, ну, вы видите, что она достаточно большая, да, если автомобиль у меня X1, не самый большой из серии BMW, то палатка у меня на 6, или там сколько, ну, где-то 6 человек, на 6 человек. Ну, достаточно большая, да, по сравнению с автомобилем. По длине 3800, по ширине 2,20. Это внутренняя ее сторона, внутренней палатки, там же у меня двухслойная палатка. Каким это образом осуществляется? Значит, это первый слой, внешний каркас. Ну и, как вы видите, там на крючках второй слой. То есть это идет вторая палатка внутри большого тента. Вот как-то так. Вход у нее один. Когда мы это все натянем, у нас все будет хорошо. По ширине вообще класс. Здесь какая-то непонятная штука. Я не знаю, вот так что ли? А, все, понял. Отдушина. Здесь она твердая. Она твердая. Мы просто вот так ставим. И здесь она крепится на липучке. И вот она, вот уже, пожалуйста, стоит. И воздух должен быть. Да, сквозняк я чувствую. Ну, естественно, конечно, у нас здесь тоже достаточно большие. Оп. Достаточно большие окна, причем можно изнутри залезть и сюда, и отсюда можно, естественно, вовнутрь палатки. Вот. Ну, моя сейчас задача — закрыть автомобиль. Вот, допустим, я ее раскрыл, вытащил кровать, положил прям все туда. Ну, сейчас скажу, за сколько примерно. Максимум, наверное, минут 10. Ну, я думаю, меньше. Просто я не спешил совсем. Минут 6, наверное, я собрал полностью свой лагерь. Сейчас я попробую улечься вовнутрь. Попробую улечься вовнутрь. И вот. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Открываем здесь все. Все хорошо. Мошки уже, кстати, с той стороны. Закрываем. Все хорошо. Теперь у нас здесь есть вот такие вот вещи. Как раз для этого дела у меня есть сумочка, которую можно испытать. Так, например, вот так. Вот. Ну и сама кровать. Давайте я сразу покажу, какая она. По отзывам люди говорят, что должна выдержать мой вес 107 килограмм. То есть
Вот так внутри спокойно мы можем расположиться. Естественно, та дверка закрывается. Давайте посмотрим, как это все будет. Ну вот я уже лежу на кровати. Впереди, передо мной достаточно много места. Ну и вообще, посмотрите, сколько места здесь. Вот так я лежу. Вот мои глаза здесь. Вот так вот рукой достаю здесь. То есть непонятно, что там делает этот карманчик. Я спокойно переворачиваюсь. Не, классно. Единственное, что нога достает до того момента. Дальше подушка, которая шла к кровати. Вот она. Я на ней лежу. Достаточно жарко, но потому что у меня окна-то открыты. Вот. Но самый главный момент это будет, как я буду собирать эту палатку. Кровать я буду собирать очень просто, элементарно. А вот посмотрим, как у меня получится собрать палатку. В общем, ребят, я смотрю, очень комфортно мне здесь. Я буду один, но если кто-то захочет присоединиться из вас, женского пола, здесь есть место еще до такой же кровати, как у меня. Вообще, я думаю, что, может быть, и не нужна здесь. Вот так даже лучше, без этой подушки. Так. Класс. Уже и какие-то посетители идут. Кстати, всем удачи, друзья. Пока-пока. Там так много людей идет. Ой-ой-ой. Классно. Всем пока, друзья. Пока.